Вот по-твоему, кто лучший автогонщик? Наверное, Боря. Я сделаю его за круг. Ян, ты только и делаешь, что в видеоиграх гоняешь на виртуальных болидах. Пап, ты сам сказал, дело должно быть в радости. Знаешь, сколько стоит тачка? Оглядись вокруг. Это все не для нас, сын. О чем речь? Состязание. Лучших в мире игроков Гран-туризмо за шанс поучаствовать в автогонке. В смысле, в реале? Все в реале. Простите, вы хотите взять домашнего пацана-игромана и запихнуть в ракету, что выдает 300 км в час? Его ж по треку размажет. Не, дохлый номер. Там боги автогона, кассы. Ну, у вас хлюпики-геймеры. Подрихтуете. Не спим, в темпе! Все понимаю. Двигаться вам в новинку. Испоганил газон. No back, во время заезда в кабине будет под 60 градусов. Перегрузка вдвое выше, чем у космонавтов при взлете. Эй, за такое бонус-поинты дают? Боже мой. Придувейшая затея. Но из диванных нёрдов, что вы прислали, он лучший. Ты прошел. Есть! Ты в команде Nissan. Что дальше? Высшая лига. Но на дружеский прием ты не рассчитывай. Опаньки! Что это было? Просто игра, автогонки. Зазеваешься в игре, перезагрузишься. Зевнешь на трассе, можешь не выжить. Да знаю я трек. Тысячу раз проходил. Давай, так держать. Гран-туризм. Основано на реальных событиях. Только в кино в августе.